Добрый день, мои дорогие! Вот решила сегодня показать вам мою рассаду. Уже прошли 2 недели. Вот так выросли бархатцы у меня. Видите, какая красота? И вот здесь у меня астры. Астры, конечно, не так. Но я думаю, что до посадки в открытый грунт они вырастут-то еще. До конца мая время еще есть, 1,5 месяца. А бархатцы, я думаю, что, наверное, они успеют даже зацвести у меня дома-то. Сегодня я еще посадила бархатцы, пускай попозже будут-то. А то, если эти зацветут, ой-ой-ой. Ну вот, здесь у меня еще перцы посажены. Правда, еще маленькие, но я думаю, что до конца мая как раз они будут готовы для того, чтобы посадить их в открытый грунт. Вот здесь тоже перчики. Уже я пересадила. Уже вот 4 листочка на них. И уже 5-й выходит. Так что я думаю, что все хорошо у нас. Все как положено-то. Уточки плавают в речке. У нас тут Веряшка протекает, такая речка у нас тут. И уточки плавают, дикие уточки. Такие красивые. Они не только здесь плавают, они еще на территории школы плавают. И ходят, да, по территории школы еще. Ну вот. Все. Ты посмотри, вон Данечка одна из. Ну да. Сколько их здесь? Слушай, здесь их много. Смотри. Где-то 5 и там еще. Да, много их. Ой, вышло-то. Ой, смотри, там их как много. Слушай, на берег-то вышли-то. А вот мы с Василисой проходили, смотри, вот смотри. Тут все было усыпано. Ага, вот женщина тоже пошла их кормить-то. Там и голуби, вышло, и уточки. А у них там это место, Полинушка, смотри. Там просто место. Вот люди приходят и им ставят еду, а они выходят-то. Вот. А еще под этими кормами, мы тут с моста. У них тут это... Домики, да? Дом, да. О, нет, у них там ой, дом, как у них их много. Гнезда. Ну да, они вот потом яйца высиживают и умножаются. Вот когда с Василисой... Думаете, почему мы к речке пришли? Мы сейчас будем собирать крапиву. Вот такая уже крапива растет. Вот, вот крапива-то. Сейчас будем ее собирать. Ее нужно собирать, пока она маленькая. Дома сушить ее. Вот, посмотрите, какая крапива-то. Она только начала выходить. Ее надо собирать. В крапиве очень много витаминов. Так что... Здесь заросли такие, ну ничего. Ну, как вы думаете? Вот, я собрала все-таки крапиву сегодня. Вот в таком тазике водичку налила уже, пускай она намочится. Потом я ее промою хорошенько и буду сушить. Чай буду заваривать-то из нее-то. Суп буду делать. Крапива вот, я вот смотрела сегодня, когда собирала. Ну, растет как сорняк, но мало кто знает о ее пользе. В ней кладезь витаминов просто. Вот, при порезах можно прикладывать листочек, вот это. Ну, если нету рядом, это понятно. У кого сахар повышен, она понижает сахар даже в крови. Представляете? Ну, не лечит полностью, но все равно помогает. Можно голову сполоснуть, отвар сделать из крапивы и сполоснуть-то голову-то. Вот я взяла, заварила себе чашечку чая. Вот такого. Видите, какой приятный цвет. И не скажешь, что не заварной чай даже. Пахнет крапивой запах. И очень приятно пьется-то. Так что собирайте крапиву, у кого есть такая возможность. Заготавливайте побольше ее. Потому что ее можно и зимой, и в разные блюда ее посушить. Это вообще красота. Желаю всем здоровья, благополучия вашему дому.
Кому понравилось, ставим класс. Кому нет, ставим дизлайки. Люблю, целую вас, всех обожаю.